Футбольный клуб «Ростов», помимо того, что все прекрасно знают о болельщиках, о отношении города, людей к команде, о руководстве клуба, о главном тренере, это все прекрасно знают, да, на каком это уровне, как здесь это хорошо. Я бы, со своей стороны, хотел отметить, что внутри команды, как все организовано, и я думаю, что из всех команд российской премьер-лиги самое большое внимание уделяется таким моментам, как восстановление, подготовка к матчам, различная профилактика, подготовка к тренировкам, к питанию, к различным измерениям антропометрических данных наших. Все настолько досконально, но это действительно важно сейчас для футбола, и такого подхода и слежения за этим я нигде не встречал. Я думаю, что это очень хорошо. Вопросик, конечно. Я проявления плохого отношения к себе в команде не замечал и надеюсь, что не замечу. Но если серьезно, то с первого дня прихода в команду я абсолютно комфортно чувствую себя, доволен. Каждый день с огромным желанием вижусь с ребятами, с огромным желанием выхожу из дома, еду на базу. И я уверен, что это есть у каждого игрока. Ростов славится, да, своим коллективом, своим отношением между игроками в команде, да, между тренером, между всеми, кто работает с командой, для команды. Поэтому один сплошной плюс и позитив. Работаю в общей группе со всеми вратарями, уже чувствую себя с каждым днем увереннее, лучше. Благодарен нашим физиотерапевтам, врачам и тренерам, потому что от того, какие сейчас упражнения, какая нагрузка, тоже многое зависит. Соскучился, естественно, сейчас все соскучились по футболу, по тренировкам, да, потому что была такая длительная пауза. Впереди матчи, и я особенно скучаю, потому что долго, даже когда просто не тренируешься, тяжело. Начинаю готовиться к матчам, естественно, не за день, не за два до игры, а намного раньше. И мысленно, и анализируем, как действует команда, с которой предстоит играть, какие-то особенности форвардов, там еще какие-то нюансы. Но так для себя, наверное, очень важно прокручивать в голове моменты, которые могут в игре возникнуть, и чаще всего они возникают. И все эти игровые ситуации мы моделируем, поэтому в этом плане чуть проще. Естественно, все ситуации разные, но готовишься, в принципе, да, к тем моментам, которые случаются. Естественно, стараешься подготовиться хорошо физически и выспаться правильно, опять же, покушать, размяться хорошо, настроиться, естественно, самое главное, спокойно, не перегореть, не, наоборот, недооценить кого-то, поэтому стараться ко всем играм готовиться как к финалу, как к какой-то очень важной игре. Вопрос, я читал его, да, и там он так немножко по-другому сформулирован, но суть в том заключается, что когда, например, мы вратари, да, делаем какие-то упражнения, да, игровые ситуации, и потом, например, мы выступаем в роли нападающих, то намного проще понять некоторые вещи с той стороны, например, мы сами друг другу говорим, что, например, да, например, там, при подачах или там, при выходах один на один, например, что если там у тебя у партнера позиция там такая или другая, ближе, там что-то, какие-то действия делает, в каких ситуациях нападающему тяжелее. На самом деле этих упражнений мы достаточно много делаем. Какого-то такого, наверное, одного определенного посоветовать тяжело, но просто, в принципе, надо смотреть за тем, в каких ситуациях вратарь больше делает для того, чтобы нападающим было тяжелее. Самая основная задача вратаря – усложнить задачу нападающему, не важно, нападающему, любому игроку, который может забить гол. Наверное, назову момент из этого сезона с матча с Сочи, потому что он был одновременно и сложный, и очень важный момент игры. Дойдет до Бурмистрова, а здесь продолжение с ударом нужно найти. И вот он во всем своем блеске, Егор Бабурин. Ближний бой он выигрывает у Ибрагима Цалагова. Как игрок опорной зоны, центральный полузащитник, оказался на острие. 1-0 мы выигрывали, и если бы забили, наверное, было бы тяжело. Ну, надеюсь, что мы все равно бы эту игру выиграли, потому что она была важна с точки зрения турнирного положения. И Сочи хорошая команда, с хорошим подбором игроков, было интересно с ними играть. Наверное, этот момент назову. Определенную игру дебютную с Рубином по некоторым факторам. Первая, естественно, дебютная игра. Очень важно было именно и сыграть ее, и добиться результата хорошего. Ну и всегда, когда играешь с бывшей командой, тем более не просто бывшей командой, да, в каком-то времени, а с командой, с которой только-только перешел, это определенный тоже интерес. Вот. Ну и третье, наверное, это, по-моему, на тот момент это был самый посещаемый матч домашний Ростова, поэтому была потрясающая атмосфера, и поэтому он мне запомнился. Музыкального образования у меня нет, потому что я ходил в музыкальную школу до футбола, наверное, чуть меньше года. Все-таки музыкальное образование – это такая серьезная вещь, что нужно потратить существенную такую часть времени, часть жизни. Я выбрал футбол, но полюбил инструмент, полюбил это дело. Сейчас досуг больше такой. Всегда, когда есть возможность, стараюсь что-то выучить, что-то сыграть. Соседям, думаю, все равно, потому что сейчас 21 век, есть наушники, можно вставить, все-таки у меня не древняя пианино в классическом понимании. Ну, первое, что приходит в голову, это наша поездка в Америку. И чем больше времени с того момента, как мы эту поездку совершили, проходит, тем больше хочется туда вернуться и посмотреть на жизнь там, на все с другим взглядом, да, повзрослевшим, может быть, что-то наверняка там поменялось, ну и какие-то другие города, потому что удалось побывать только в 2 городах, хочется намного больше. Классный вопрос, но тут надо понимать, да, и какую-то вымышленную роль надо придумать. Я бы хотел сыграть там такого-то персонажа в таком-то фильме. Это мне тяжело придумать, но из тех фильмов, из ролей, которые уже были сыграны, мне легко ответить. 100% я бы сыграл Марти Макфая в «Назад в будущем». Мой любимый фильм. YouTube – уникальное достижение человечества. Но зараза такая. Начинаешь смотреть что-то, правильно ты показываешь вот одно, а заканчиваешь вообще другое. И иногда это хорошо, иногда ты хочешь на чем-то сконцентрироваться. И, например, я сажусь играть на пианино, да, у меня там что-то играет, я там увидел какую-то рекомендацию, и все, я не играю на пианино. Хорошая вставочка будет. Ну ладно, если серьезно, то я смотрю выборочно в Дудя. Дудя, как угодно. Такую смешную ерунду, как, например, что было дальше, да, из последнего. На Ютубе много чего можно найти, да, и стараюсь тоже как-то познавательного. Или, например, посмотрел какой-то фильм, да, на Ютубе нашел какие-то документальные вещи, да, кадры про события в фильме. Ну, например, на YouTube я абсолютно точно слушаю музыку, потому что слушаю, смотрю музыку, скажем так. Потому что я, в принципе, музыку очень редко слушаю в студийной записи, стараюсь, да. Для меня намного интереснее концертные, акустика, лифт, там всякое такое. Вот, этого на YouTube полно. Поэтому так сразу сходу тяжело сказать, наверняка что-то еще, но основное такое популярное сейчас для меня это. Не слышно быть не может, потому что, тем более мы из ворот, всегда, когда фанатский сектор рядом, всегда слышно их поддержку, естественно, для команды это очень много значит. И болельщики, я думаю, рады, например, той традиции, да, которая у нас появилась по ходу этого сезона с командным фото после победных матчей. И мы этому рады, и болельщики, я думаю, тоже, когда команда подходит, выигрывает, тоже такой приятный, такая приятная наша особенность в этом тоже есть. Наверное, совет был бы какой-нибудь шуточный. Скорее, если бы я вернулся, было бы просто интересно посмотреть на себя маленького, на жизнь вокруг. Советов серьезных никаких бы не дала, потому что я глубоко убежден, что любое влияние, будь то даже совет, и изменения в прошлом может нести какие-то непоправимые последствия в будущем, в нашем настоящем. И я бы не хотел ничего менять в своей жизни сейчас, поэтому никаких советов, наверное, ни жизненных, ни спортивных, наверное, бы не дал бы. С вами был Егор Бабурин. Спасибо за вопросы. Мы Ростов. Потому что... Скучал по футболу. Потому что Газель уехала. Еще раз, да? Подожди, сейчас по кругу проедет. Давай еще раз. Она уже заводиться не будет. Давай, давай. Мы Ростов.